Жаркий летний день и десятки людей, объединенных одной идеей. Идеальные условия для спортивных стартов. Лыжники, биатлонисты, легкоатлеты и просто люди с активной жизненной позицией. Первый легкоатлетический забег Cross Racing Summer 2017 собрал огромную компанию единомышленников. Это, в первую очередь, забег для всех любителей бега. Кто любит бег, неважно, там 40 лет, 50, 60, 70, то есть 100, неважно. Если вы бежите с нами. Наград у нас хватит на всех, поэтому мы открыты для всех. Первыми стартовали самые маленькие участники, начиная с 2008 года и младше. Но даже в таком юном возрасте уже есть свои лидеры. Александра Цыганова прибежала первой. Ей всего 9 лет, 6 из которых она занимается биатлоном. Я люблю, когда на соревнованиях на меня орут, чтобы быстрее было. И тебя это мотивирует, и ты бежишь. Ну скажи, длинная дистанция для тебя была или бежала гораздо больше? Нормально. Я могла бы и 5 пробежать. Давай 5, молодец. Бежали мы сегодня километр. Так девочка вырвалась вперед, я за ней подержался. Пытался под конец ее обогнать, но не получилось, она оказалась сильнее. Она оказалась? Да. Ну, девочкам, будем считать, что девочки мы проступаем. Всего среди детей в забеге участвовали 73 ребенка, и организаторы видят в этом большое достижение. Главное, что они вот сейчас не в телефончиках сидят, да, и не дома в душной квартире, а вот здесь на свежем воздухе они приобщаются, да, они будут просто здоровыми людьми, когда вырастут, они закалят не только свое тело, они закалят характер в первую очередь, они будут знать не только со слов родителей, но и по жизни, что результат только через труд, что побеждает сильнейший. Такие базовые постулаты, они здесь, ну, с ними потом вырастут и пойдут в жизнь. Вот это гораздо главнее, чем они станут там какими-то олимпийскими чемпионами. Но не только дети приобщались к спорту. Взрослые не упустили возможности принять участие в забеге. Какой настрой у вас сегодня? Пробежите первым? Нет, первым не прибегу. А каким прибежим? Ну, так вот. Стройки. Надо уходить горячим со старта. Горячим со старта. Как красиво это звучит, горячим со старта. А прибегать тогда каким нужно? Огненным вообще. Обычно спортсмены всегда борются за победу, но девиз этого забега – главное участие. Несмотря на это, организаторы подготовили по 30 комплектов медалей за призовые места. На легкоатлетический забег приехало более 100 человек. Сейчас финишируют самые взрослые его участники, которые бежали дистанцию 5 и 10 километров. Самый лучший результат на дистанции 5 километров – 16 минут 31 секунда. Сладкие призы и медали на шее. Легкоатлетический забег получился большим семейным праздником спорта. Следующий планируется во второй половине сентября. Ольга Югай, Максим Соколов, Воскресенские вести.